старый чемодан, куски фанеры, автопокрышки. Чего только не увидишь на газоне рядом с домами на Комсомольской. Убирать весь этот мусор сегодня вышли сотрудники администрации Первоуральска. Почти 80 человек вычищают территорию вдоль пешеходной зоны. Больше всего грязи было прямо у стены дома. Видимо, люди выбрасывают мусор из окон. Грязно было и рядом с тротуаром, где горожане ежедневно ходят по делам и прогуливаются. Это твердые коммунальные отходы. Это у нас мешки, бутылки, стеклянные бутылки, пластиковые бутылки, какие-то бумажки. Взрослые считают, что они деньги заплатили, поэтому они имеют право выбрасывать куда угодно. Но это совсем не так. То есть все равно люди должны понимать, они живут в этом городе. Чистота города – это ваше отношение к вашему же городу. Свое хорошее отношение к городу демонстрируют участники месячника чистоты уже несколько недель. 15 апреля в Первоуральске началась масштабная уборка. На данный момент у нас приняло участие уже более 4000 человек. Вывезено порядка 1500 кубических метров мусора. Ну, территория сегодня дома общий городской субботник. Сегодня данные показатели будут в разы больше. На сегодня от мусора уже очистили несколько первоуральских улиц, а также городскую набережную, аллею Новотутина. Один из самых крупных субботников сегодня проходит в парке на Магнитке, рядом с Дворцом культуры «Горняк». Почти сотня человек убирают накопившийся мусор, а также старую листву из парка. Здесь и чиновники, и общественники, и депутаты, и жители самой Магнитки. А еще работники одного из предприятий, которое взяло шефство над парком. Местным жителям они пообещали не только почистить территорию, но и благоустроить. Тут работы очень много. Возьмем, наверное, на себя ответственность по благоустройству каких-то элементов. Детскую площадку, спортивную площадку, дорожное покрытие. Пока я боюсь даже говорить, потому что, я надеюсь, что будет что-то хорошее, будет в принципе. В администрации Первоуральска уверяют, благодаря общему вкладу жителей уже очищено от мусора порядка 80% общественных территорий городского округа. Месячник чистоты продлится до 15 мая. Оксана Токарева, Кристина Сипьева, Андрей Волков, Интера ТВ.